В связку с систематичными отмовами регистрации громадского объединения «Наша весна» мы имеем официальную заяву от имя Олеся Беляцкого, Валентина Стефановича и Владимира Лапковича об том, что мы оживляли и оживляем деятельность от имя незарегистрированной организации «Правооборонный центр «Весна». И то, что деятельность правооборонного центра «Весна» не спинялась ни на хвилину, начиная с 2003 года, с момента ликвидации организации. Мы и имеем намер протягивать эту деятельность в будущем, потому что лишим наши меты деятельности абсолютно легитимными для демократичной страны. Вот. И лишим то, что наявность в криминальном кодексе такого артикула 193 прим, который предугрежит криминальную ответственность за деятельность неизвестных организаций, порушающим Конституцию Республики Беларусь, так само не отповедающим международному пакту о гражданских и политических правах.